Страна восходящего солнца по праву считается родиной многих восточных единоборств. Именно поэтому опыт общения с японскими мастерами бесценен для российских спортсменов. Мастер Акадзаки Хирото в наш город приезжает уже в четвертый раз, так что со многими спортсменами он знаком лично и высоко оценивает уровень их подготовки. За те годы, которые мы встречаемся, проделана большая работа. И рязанские спортсмены, которые занимаются нашими боевыми искусствами, достигли больших успехов. Все занимаются очень серьезно, увлеченные на мастер-классах, они стараются получать максимум знаний и информации. Даже за несколько мастер-классов сложно чему-то научить. Но благодаря тому, что проходят они с определенной периодичностью, мастер планомерно обучает российских спортсменов определенным элементам, в том числе и работе с оружием. Сай, тонфы, бо – все это участники со всей страны привезли с собой. Кто-то, чтобы совершенствовать свое мастерство, а кто-то, чтобы познакомиться с кобудзюцу – искусством владения оружием. Помимо рязанских спортсменов, большинство из которых занимаются в Центре японских единоборств при РГУ имени Сергея Есенина, на семинар приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Перми, Ставрополя. По словам участников, ради такого опыта они готовы ехать не то что в Рязань, но и в Японию. Кстати, Павел Швец из Ставропольского края был в стране восходящего солнца уже 10 раз, так что добраться до Рязани ему не составило труда. И несмотря на то, что Павел, как и многие участники мастер-класса, уже удостоился права носить черный пояс, он уверяет, всем им есть чему поучиться, особенно у такого мастера. Получив черный пояс, ты только понял, что ты только начал учиться. Только. Черный пояс – это не конечная фаза учения. Это только ты соприкоснулся, только открыл дверь того мира, где нужно учиться. А учиться очень много. То есть сейчас, очередной раз приехав к мастеру, я понял, что то, что я знал, я ничего не знаю. То есть я только начал учиться. Я снова открываю для себя карате. Приехал на мастер-класс Акадзаки Хирото и специалист по карате ВКФ, телеведущий, мастер боевых искусств Николай Коровин. На протяжении 10 лет он снимал документальные фильмы о мастерах боевых искусств. И в связи с этим произошло его знакомство с Акадзаки Хирото в 2008 году в Токио. Это мастер энциклопедических знаний, который обладает уникальной техникой. И в самых различных областях, не просто карате, да, бой голыми руками, он владеет оружием. Вот железные трезубцы сай, деревянные тунфа, это рукоятки мельничных жерновов, нунчаку, бо, шест. Он знает огромное количество техник, прекрасно владеет самурайским мечом катаной, школа Мугайрю. Вот, и поэтому, конечно, к такому сенсею, это как, знаете, как к животворящему источнику в жажду припасть и напиться кристально чистой холодной воды. Это очень здорово. Сегодня пообщаться с Акадзаки Хирото можно было в рамках пресс-конференции. Ну а после он продолжил свои мастер-классы, на которые попасть мог любой желающий. Продлятся семинары до 5 августа, ну а в октябре уже рязанские спортсмены отправятся в Японию.